Кесадилья – это лепешка с начинкой. В нашем случае летняя кесадилья готовится с запеченными и свежими овощами. Она очень вкусная и легкая. Отлично подойдет для пикника. При приготовлении этой кесадильи вы вполне можете использовать любые овощи, которые есть в наличии. Для более сытного вкуса можно добавить в начинку кусочки вареной курицы. 1. Перец и цукини запеките в духовке при 200 градусах. Перец должен почернеть. Положить перец в пакет на 10 минут. Затем снять кожицу. 2. Цукини и перец нарежьте полосками. 4. Авокадо, лук и салат нарежьте. 5. Выложите наполовину тортильи. 6. Затем выложите перец цукини. 7. Затем фасоль. 8. Накройте второй половиной тортильи и обжарьте на сковороде. 9. Приятного аппетита!